Для того, чтобы настроить FixieTime 2, необходимо ставить сим-карту формата microSIM чипом вверх, выключенные часы, предварительно активировав ее на телефоне, и настроить интернет. Включить часы. Загрузить приложение VR-Cam-K2 из App Store или же Google Play. Пройти регистрацию, зарегистрировать свою почту и пароль. Сканировать QR-код с последней странички инструкции. Добавить трекер с номером телефона ребенка и данными о нем. Сделать пробный вызов. Чтобы добавить номера на часы ребенку, необходимо зайти в меню «Семья» и добавить контактные данные. Стоит отметить, что при выборе режима звонков и отображения трекера потребуется ввести почту.